Юлия Гаврилова родом из поволжского села с красивым названием Кинель-Черкасы. Юлия не понаслышке знает, что стоит за вокальной легкостью выступления артиста на сцене. Сколько упорного труда и времени требуется посвятить песне, чтобы отточить каждую музыкальную фразу и довести ее до совершенства. Но эти сложности и трудности не пугают ее, и она смело взбирается на очередной музыкальный олимп. А чтобы этот штурм был успешен, надо следить за своим питанием, которое должно быть правильным и сбалансированным. С вами была Юлия Гаврилова. Не переключайтесь, впереди еще очень много интересного. Помни.